находимся в Италии, неподалеку городка Караглио, в районе города Кунео. Рядом там есть горы, за горами уже Франция. И тут неподалеку фабрика по производству шелка, шелкопрядов. И видно какие-то сбежавшие на горе, прямо на верхушке горы. И тут как бы уже вот холмик, пустырь. И много-много где на елках есть такие коконы шелкопрядов. Это реально не паутина, она не липкая. Вот как шелк. Ну как. Не могу сказать, как шелк, но. Найти бы самого шелкопряда. Но тут его не видно. Может быть, они сейчас в спячке. А нет, вон маленькая гусеница. Тут видно уже очень-очень старый. Здесь в елочке, в хвое. Там тоже на верхушке есть. И вон там белые коконцы.